заангажовані за непрошеним 11-м, так і потрапимо. Додай майно, будь-який прихід зерна на якийсь канал, навіть про Коломойського, це мінус 2-3% його рейтингу. Тому що на сцені по сценарію одне говорити, а розумні речі говорити перед людьми. І саме головне, я вас четверо блогерів наважаю найкрутішими. Ну, ми теж себе наважаємо. Оля Бобрівська, вітаю, Оля. Тестовий стрім з центру Києва. Пробуємо техніку, пробуємо, як все відбувається. Бо вчора не дуже мені вдалося. Я був робив з айфона, а зараз робив із андроїда, Samsung. Значить, картинка непогана. І рухаємося. Привет, дорогой. Не нарушница. Ой, блин, телефон. 23-44. 44-61. Ошибка. И куда вы выйдете? Я сам ожидаю. Сторонник Манчестер Юнайтед. Что они, Василий тут, значит, собираются, а потом... Записывайте через доеда. Белорусский. Снимаешь вайбер на свайбер. Мы двигаемся вперед. Все, ребят, давайте двигаемся вперед. Можно? Я просто видео записываю пока. Сейчас уже 12. Все пока снимаются. Я хотів, щоб мені на треногу посипили по телефону. А мені треба онлайн-трансляцію запланувати. Когось попросити помилити. Я модератор. Потримати каву. Так, ну от то для чого я прилетів. Що у вас за стеклышко? Мир 1В. Ух ты, у вас. Ширик, да? Да, 37 миллиметров. Ну тут с кропом получается 54.
Понимаешь, бывает в жизни так, что на камеру нормальных денег хватило, а на объектив нет. Ну, бывает, конечно, нормально. О, нам трансляция. Более советские свой шарм имеют. У них хорошая светосила за низкую цену, там копейки, $10, зато даже меньше. Зато 2,8 открывается. Гелиус вообще 2. Ну да, нормальный такой купить автофокусный современный с диафрагмой 2, чтобы хороший. Не, понятно, будет стоить. Разница в цене будет. Ну там под $1000. Если с рук, может быть, 500-600. Нет, я снимаю все происходящее. Я не могу делать трансляцию, Анатолий, как вы не понимаете. Все, у меня нет карты украинской. Я делаю. Я снимаю движение, я снимаю, как везде вот эти, как разговаривают люди, то есть просто такие заставки. Не то, что само мероприятие, а как это проходило, атмосферу, обстановку, как блогеры общались в неформальной атмосфере. Просто что, как говорят, то есть вот такое. Потому что люди хотят знать, что за кадром. А когда вот пришли, формально выстроились, Дима. Там все. Здравствуйте. 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 Вы меня не знаете, я вас знаю. Да? Благодаря YouTube. Откуда? Да. А откуда? Как вы знали? Откуда? От Анатолия? Нет. Ну, я люблю Беларусь, поэтому я смотрю вас в интернете. Ну, вы от Ильяни, да? Приехал просто пообщаться. Понятно. А как нет, вас? Ильянин, как? Нет, Логин. Имя ваше не обязательно. Логин в интернете. А смотря где? На YouTube. Ой, у меня там, я под скрытыми логинами выступаю, потому что у меня родственники в России, поэтому стараюсь не сидеть. И идемо мы зараз до Софийской площади, там уже люди зібралися. А вон, там Олежка сейчас идет. А ты не в курсе, я? Кто в курсе, как разобрать трюк? Разбирай. Он в йота касается. Так, вот эти вот стегнуть, да, вы хотите разложить ее полностью. Полностью менять, да, чтобы я ей. Надо просто отщепить эти штуки, вытянуть и защепить. Все. И потребно еще до. Гриша, оставься в Макеевке. Я російськомовні нас тут ущемляють. Ну, я за блогера, я просто когда-то типа возле нього жив, типа Саша Сашка. Ну і ви дівчинка, типа Наді. Ну, типа раніше смотрел, так? Ну, я так точно, що ти їсть якусь помалі. Так це тільки препарейшн, щоб щупається на собі їсть. Чувак розказує, куди у мене просто. О, три людини, три лайка, нормально. А это вы куда транслируете? А вы на какой канал? На канал все. А как называется канал? Ukraine Logic. А, хорошо, будем знать. Мне надо продать эту машину. Ну, Анатолий. Все идут к памятнику Хмельницкому. Запускайте трансляцию быстро, все. Анатолий. Андрей, если будете, вы же сможете. Серый кот. Вітаю вас. Здравствуйте, вас. Вас Петесик також. З Буковини, з Чернівців. Так. Ви були в Чернівцях? Ви? Я Петесик за вас. Мені подобається вас канал. Анатолій, Чернівців. Ми ще станемо в пості, Анатолій. Надо быстро. Ну, все, пошли, хватит. Да, да. Все, понятно, я пошел. Вы тут сами разбирайтесь. Так тогда давайте запускать, а то вы... Thank you.
скажіть як. Василь. Вот белорус, серый кот. Серый кот. Вот серый кот. О, ёлки-палки. Спасибо. Спасибо. Сайгон, спасибо вам. Еще... Да, где-то, да. Сергей Иванович лягла стрим. Ну, киньте ссылку на мой. Скажите, вот, вы сегодня пришли на сбор блогеров. Давайте повернемся. Солнце вот так, чтобы было. Расскажите вообще об ощущениях, о себе. Вы подписчик наш, да, или вы блогер? Нет, я ваш смотритель. Зритель. Зритель. Смотритель, скорее. Смотритель. Вот. Я рад, что вы приехали сюда, в Киев, с Александром. Вот. С Анатолием. Я... Анатолием, да. Анатолием Сайгоном. Вот. Я рад, что вы одни из первых белорусских блогеров, которые, ну, какую-то что? Сеть. Вообще-то... Вообще-то я уже один из, там, до нас намного больше было блогеров. Я не единственный далеко, у нас там десятки блогеров. Не-не, что вы сюда приехали. А, сюда вот, да. Сюда. Мы, наверное, только вдвоем. Да. Так что вы делаете большое дело. Образуется параллельная сеть информационная блогерская. Пускай она хромает еще правдивая, неправдивая. Вот, с ошибками или не с ошибками. Но это заставляет людей смотреть, сравнивать, проверять факты. Связи, коммуникации устанавливаются между блогерами. Независимо от государства. От государства это не зависит. Это связи между людьми. Строим гражданское общество. Да. А где Анатолий? Где-то тут я потерял его, не видно. Где-то ходит, он тут стрим сейчас ведет. У меня нет украинской карты, я веду просто не трансляцию, а запись офлайн. Понятно. Офлайн запись. Что, что здесь, скажите, что тут произошло? Можете дать комментарий? Полиция пришла? Так, а что тут? Не знаю. А в чем все? Оператор оставил сумку. Оператор оставил сумку? Ну, тут оставил, да, оператор, кстати. Спасибо, спасибо большое. Надо будет, я его видел. Сумку поставили, чтобы никто, ну, никуда не делось. Ну, видимо, решил другой ракурс посмотреть. Или да, вот видите, кто-то на площади, возможно, оператор какого-то канала оставил свою сумку с оборудованием. Тут же полиция быстро, оперативно среагировала, следят за порядком, чтобы не произошло никаких проблем, провокаций. Пока на площадке 8.
же все снимают, ничего ж не видно. Как это видно? Главное, саму установку, все, вход блогер. А где они там вообще? Они там стоят, там Полтава, там. Вот так. Якщо ти підстрибнеш, то... Але, на жаль, багато білорусів запав тим до фільму. Цей момент. А Катапи, вони взагалі, я ще вірю, то вони мені говорять, скільки до подобного скрещого? 2 часа на там. Я живу где-то в 50 километрах от российской границы. Я беседовал в чат-рулетке с одним военным. Но они же, естественно, мыхнули чуть-чуть, молодые парни, лет до 30. Вот. Ну, много, конечно, он не распространялся. Но суть в том, что 14-й год, июнь месяц, они стояли под Сумской границей, их часть. А потом нас прервало. Кто прервал? Или чат-рулетка, или там кто-то следит за этим, я не знаю. Часто обриває росіян, особливо, коли там, як то кажуть, вони самі коли говорять, майор слухає. Ну сам факт, як, да, сам просто, факт, що... Там налаштовано просто на певні слова, війна, там артилерія, да, скажімо, да. І як тільки починається, бачу, вирубаємо. Я постійно відповідаю до самого. Нас прервало, так? Це постійно зриває, так. О, випивший був, Дашка став другою з білим, один молчав, а один так перший побудував. Контракт. Вони якраз дивляться багато вогонь. Я от підійшла, і я ж... Щоб оцінити, знаєте, щоб роботу оцінити, робота якась повинна бути. Дивіться, яскравий приклад роботи корпоративної політики міністерства. Це те, що за І право змінити громадян. І підтримати Верховного Головнокомандуючого. Громадянин України не може бути визнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Так от, многих наших граждан лишили насильно українського громадянства. Я имею в виду, наприклад, Сечу. Он же гражданин України. А какая-то другая страна взяла и сказала, ні, он теперь наш гражданин. Хотя он не принимал российского гражданства. Хотілося б ще трошки наголосити щодо дебатів. Друзі, дебати потрібні. Це та практика, яка давно прийнята в країнах Заходу. І це те, чого уникають в країнах пострадянського Совку, де завжди є якийсь один диктатор, який починає розповідати. І далі його щоразу обирають 90%, як в Казахстані. Нам такого не потрібно. Ми хочемо бачити чесні дебати між кандидатами в президенти. Будь-хто пройде далі у другий тур. У них мають бути дебати, де українці побачать, хто з них є хто і кого вони обирають нарешті. А краще хай дебатують з Порошенком. Краще хай дебатують з Порошенком. Главное очень громко. Новоизбранный президент вступает на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результату вибору в момент складення присяги народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Привітання до президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України. Тут вообще надо президент України складає таку присягу. Ради чого ми тут? Конечно, щоб фотографировано. Я ім'я та прізвище, воля народу, обраний президент України, заступаюся на цей.
Покажи мне ваш экземпляр, чтобы я не забыл. Это его. Конституция Анатолия. Да. Потом Анатолий, не забудьте забрать его одесские пункты. Слушай, может пока остановить какой-то стрим или надо? Нет, может, просто розбалансируйте. Вот там, зберіть телефон туди. Толя, може дійсно зупинити трошки, поки ще, то кажуть. Я переживаю, що закінчиться. Так оно все равно закінчиться. Этот пауэрбанк, он разряжаться будет все равно быстрее, чем, чем тратиться. Буду пока не сяду. Гоните это на полную. На последнюю. А скоро оно уже еще раз говорю, если вдруг стрим исчезнет, значит батарея разрядилась. Всех предупреждаю. Все слушатели. Видите толпу? Хороший обзор. Да, да, да. Попробую так. События, как вы говорите, это там ту украл, ты то. Коррупция здесь везде. И в Америке, и в США, и в Великобритании, везде. С ней надо бороться, там все. Китайцы вообще раз там осудили, расстреляли, осудили, расстреляли. Да? У них много народа, у нас только народа нет. Поэтому нам сейчас сохранить Украину. Идем все на выборы, голосуем, либо у нас европейские. Дело не в Порошенке там или что-то еще. Мы. Почему вот я хочу, чтобы он остался, лично я, да? Потому что это гарантия европейского пути. Надо закрепить вот два, а после него, пожалуйста, уже будет другой. Нам не надо, как Путин менять, да? За это время может что-то быть, но надо закрепить эту внешнюю особенно политику. А менять лампочки, пенсии, все это задачи парламента и правительства. У нас есть законодательная, судебная и исполнительная власть. Ни к одной из этой ветки власти президент не относится. И все, что ему говорят, вот ты там, вот у меня пенсия, это не к президенту. У нас 30% или сколько, или 40% сидит только блок в парламенте. Эти скоты все делают для того, чтобы у нас не было нужных законов. У нас задача сохранить президента и почистить парламент от бывших рыгов, коммунистов там и все остальное. И радикалов, у нас должны быть правые партии там, ну нормальные правые партии, да, и центристские. Там. А блогеры не думают создать партию? У Андрея Полтавы, он сейчас работает над этим. Как вам эти шапки Авакова? Ну тут можно, да. Дима, мы с гарантией нет, я не общался с гарантией. Нет. Вживую не общался, но подписан, как бы, да. А что хотели бы с ним общаться? Ну, видишь, Полтава, можно два слова Білорусі, наприклад. Андрій Полтава. Я вас вітаю, Білорусь, тримайтеся, брати. Слава Україні. Як, хай живе Білорусь. Живе віч. Три зуб та погоня разом. Дякую вам. Можна з вами поговорити? Воткайтесь, це класний, це класний дядько. Хто не знає, проходи Закарпаття. Закарпаття проходить. От, бачили, пощі. Музика наша палація Рошен. Не дам. Я имею в виду,
Що побажаєте українцям стрімом? Я бажаю всім українцям говорити правду, одну правду і нічого, кроме правди. І це нас спасет, приведе нас к победе. Точно к победу. Рота, я не могу понять, не побоюсь. Сказати можна так? Можна. Он сразу не нет. І сторонці душой діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми.